Привет, друзья, с вами Ваймс, и это очередной фестиваль Стима с очередной пачкой демок. Сегодня мы посмотрим 6, скорее всего, из них. Я их отобрал и спланировал, и все такое. И, собственно, да, завтра мы, скорее всего, посмотрим еще 6 из них. И в итоге всего мы посмотрим удивительно на 12. На самом деле, я до этого стрима еще несколько демок посмотрел, которых на стримах не будет. И даже несколько из них оказались вполне интересными. В частности, ксенонавты вторые вполне хороши. И демка System Shock'а, ремейка, тоже мне вполне понравилась. Может быть, я по ним сделаю видео отдельное. Но посмотрим. Так, но начнем мы с игры, которая называется Gripper. И это что-то экшен RPG на байках или что-то такое. Я не уверен. Посмотрим, разберемся. По скринам выглядит странно. Так. Ну, как бы да. Я вчера все запустил, настроил, протестил, чтобы работало. С некоторыми играми были проблемы в этом плане. Но до этого мы еще дойдем. Ну, естественно, дальше главного меню я нигде не заходил, так что по громкости хрен его знает. Типа в меню вроде нормально, хотя может чуть громковато. В игре, может быть, будет сильно громче. Но да, что касается всяких настроек, язык авто, как ни странно, управление не перенастраивается ни с клавомыши, ни с пада. Просто показывает. Громко. Наверное, так тогда пока что. Есть куча всяких настроек, типа... DirectX 12 можно включить, DLSS, нет, это не здесь, это в графике. Рейтрейсинг всякий, я поставил все на максимум пока что, но посмотрим, если будет плохо работать, то что-нибудь подключаем. Ну да, погнали разбираться. На самом деле, я думаю, по большей части скипать всякие сюжеты, диалоги и все такое. Но если это какие-то короткие заставки, то может быть и нет. Типа, мы с геймплеем пришли. Сюжет будем смотреть в полных версиях. И тут не короткие заставки, видимо. Можно ли все это? Нет, нельзя все это проскипать. Также, почему у меня указатель мыши на экране, если я играю... падом, и оно писало в начале, что как бы рекомендуется использовать геймпад. Ладно. Чуть-чуть статорит. Возможно, компиляция шейдеров или прогрузки какие-то. Fury 2. Ну, кстати, что-то общее есть в визуале. И в музыке. Музыка вполне. Ладно, можно кататься. ЛТ. Можно кататься по стенам. Я не понял, что ЛТ сделал, и сейчас оно тормозит, типа. Окей. А ничего не делает, Б ничего не делает. Короче, никакие... А, окей. Никакие кнопки особо ничего не делают. А, видимо, это ритм-секция, типа, что мне нужно, да, в правильный момент прижимать. Это много объясняет. В геймплее все плавно, в заставках какие-то статоры. Постоянно. Thank you.
Окей. Lab, and who are you? My name is Zero, and from now on, I am the owner here. Get out. No way. What happened to my parents? And where are they? Same place where you'll be soon. Ладно. И на самом деле... Оно по большей части, я подозреваю, так играется. О, нет. Как мне от этих волн уворачиваться? А. Окей. Мне нужно было репутиться здесь. Может быть. Или, может быть, нет. Это рука из поместья Кария, похоже. И сейчас конец демки. Knock-knock. Anybody home? Wake up, handsome. Time to get up. Это Мугл из финалки или что-то такое? И теперь это визуально новое. Ладно. Сюжет. Окей, прокачка. Максимум здоровья, эффективность лечения, скорость восполнения энергии. Мне немножко не нравится то, как выглядит текст. Максимум энергии. А, у меня 15 очков прокачки. Опять же, курсор мыши на экране также. Секунду. А то я кусок чата себе заградил настройками громкости. 15 очков прокачки, значит, я могу их... Не, нужно сердце, чтобы продолжить апгрейды. Окей. Нажми LB и RB, чтобы использовать расходники. Мина. Ее можно прокачать. Кастомизация. Скины. Ладно. Ты готов к первому гардиану. Jump into the portal. Where? Вперед. Be careful. You might find lots of nasty surprises inside. Ладно. Я не уверен, правильно я нажал или нет. А, страшно. То, что я втараниваюсь в стены, меня просто замедляет или что? Потому что я бы предположил, что он должен дамажить. Но он этого не делает. Также, блин, была игра какая-то, которая примерно так игралась, что едешь по туннелю, уворачиваешься. Наверное, их много было. Но была какая-то, которая, типа, аудиосерф не то. Я не уверен. А, это не та кнопка. Но была какая-то с музыкой. Что типа оно процедурно от музыки генерировалось. Может быть аудиосерф, я не помню. Да, чё я не те кнопки нажимаю? Ладно. РТ в двери, ЛТ подкатываться под опускающимися. Ясно.
То, что меня так сдвигает, вместо того, чтобы там убить или еще что-нибудь, это немножко странно. Ладно. Ау. Короче, дальше этой секции мы не уйдем. И на самом деле похожая игра, которую я помню, это Battletoads. Но нет. Where did you send me? To Zero's first guardian. His name is Shock. Rip out his heart! You're too beastly for a kid's toy. If I were, I would say, rip out his guts, gouge out his eyes, spit in his skull. But I say, rip out Shock's heart. It will help destroy Zero. Good luck. Hey, where are you going? Sorry, if Zero tracks me down, bye-bye to old Catkin. Ладно. Is that a lighthouse? Where did that come from? What's it doing in the middle of the desert? There used to be an ocean here. Zero's remaking your world for himself. Look for the heart. Почему камни подсвечиваются? Потому что их можно таранить, и они летят вперед. Возможно. Ну вот, это выглядит как лужи масла, но нет. Они ничего не делают. Также все мои кнопки... стоп, не, РТ делает вот это. Я могу подбирать камни. Я не уверен, нафига. Ладно. Выстрел крюком. Зажмел. Взрывающаяся бочка. Окей. Я не уверен, что я не взорвал себя. Ну ладно. Интересно, что я за большие камни могу цепляться и крутиться вокруг них, или я могу их тоже кидать? Во. Ну не, это просто стал мелким камнем. Я могу мелких мобов кидать. А. Так, что там было про мины? Я себя этими минами дамажу больше, чем не себя. Это хилка? Это чуть-чуть хилка. Проблема в том, что чуть-чуть. Ну ладно, это меня убило немножко. В следующий раз использую ОБ-расходник. Не, ну я использовал. Это не помогло немножко. Ладно, я могу его ноги отрывать, но это... Не факт, что сильно помогает. Я им пушку оторвал. Это не то, что я хотел. Я не уверен, что я понимаю, что игра от меня хочет. В том плане, что типа... Я могу отрывать его ноги, но при этом он меня дамажит. Это так задумано? Или мне нужно его там как-нибудь застанить?
Угу. Ну или так, что типа сначала бочку в него кинуть, чтобы застанить. Мне почему-то кажется, что с клавой мыши это было бы сильно удобнее в плане прицеливания. Потому что я вообще абсолютно не попадаю туда, куда пытаюсь попадать. Нет. Взрывающиеся мобы, это печально. Какой-то автонаводки очень не хватает. Как насчет все-таки клава мыши? Клава мыши значительно удобнее целиться метанием, но значительно неудобнее, очевидно, ездить. А. Escape снова в бой почему-то. Ладно. Нет. Нет. Да. Не понимаю, что делать с тем, что он вот так начинает взрываться, когда у него две ноги остается. Чтобы сейчас выброски не станет. Или подразумевается, что я сношу ему две ноги и потом закидываю мелкими пауками. Нет. Не стоять в ауе, ну как бы. Чтобы отрывать ему ноги, мне нужно быть близко. А. Вот, это было немножко опасно. Это было тоже немножко опасно. Ладно, сойдет. После уешьте отрывать. Мне кажется, я не успею до следующей. Шейдеров, за что? Надо будет снова через тоннель ехать. Не, видимо, это конец демки. Может быть, в полной версии надо будет. Ну ладно. А мне кажется, тут очень не хватает автоприцеливание спада, потому что с клава мыши очень неудобно кататься. Спада очень неудобно целиться. Прям абсолютно неудобно. Ну а так как бы идея нормальная. Технически только разве что компиляция шейдеров напрягает. Так типа у меня абсолютно все время 120 FPS. Со всяким рейтрейсингом и всем остальным, но как бы графон тут в любом случае не особо хороший. Так что
Наверное, это нормально. Ну да. В целом... В полную версию, мне кажется, я играть не хочу. В основном... Ну, типа, во-первых, просто... Само по себе оно мне не то, что прям супер заходит. Субъективно как бы, но также управление мне такое совершенно... Совершенно не заходит объективно, потому что я не могу ни с пада нормально играть, ни с клава мыши. Ладно. Музыка хорошая, остальное все очень так себе. Музыка, да, музыка классная. Ну ладно, хорошо. Первая демка оказалась довольно короткой. Но это бывает.